конечно, у меня у кошки. Нормальный такой вид у вас, нормальный. Добрый день, с нами покупатель. Как вас зовут? Мария Ивановна. Мария Ивановна. Мария Ивановна сегодня помогла дочке купить шубу. Подобрали шубку, мы давно вы искали, наверное, да? Давно, да. Хотелось ее одеть на юбилей и подарок. То размерчик спасибо не тот, большое. Ага, то расцветочка выбрали, и длина хорошо подошла. Расцветочка серенькая, да? Да. Все, и дочке села хорошо. Дочка уже убежала у нас, да. Все, счастливая с шубкой. И мы пошли. Да. Пока-пока. Ждем вас за покупками. Спасибо. Еще накопим.